Перед битвой песня и молитва. В зале 10-й спортивной школы 20 команд из Азова, Таганрога, городов и станиц Кубани, Ростовской области, а также Казахстана. Дядюшка, я вас сегодня приветствую от имени главы муниципального образования города Курорт-Анапа Сергея Павловича Сергеева на нашей теплой, гостеприимной земле. Сегодня вы должны быть достойными славы своих дедов и отцов, которыми завоевали победу и мирное небо вам над головой. Соревновались в общекомандном и личном зачете. По сути, это смешанный стиль. В турнире могут принимать участие мастера любых видов единоборств. Здесь не только юные борцы, но и опытные спортсмены. Олег Манжуев из Анапы занимается боевым самбо. В казачьих рукопашных боях золото брал дважды. Допустим, если взять даже там тот же бокс, да, как бы казачий, это более универсальный, там можно все, борьба. Ударная техника, руки, ноги. Турнир юбилейный, 15-й по счету. Проводить его в канун Дня защитника Отечества уже традиция. Организаторы соревнований – Анапское районное казачье общество. Наш национальный вид спорта – казачий рукопашный бой. В этом году губернатор дает устный указ о проведении в школах, школы создавать казачьих боевых искусств. Мы бьемся в перчатках боксерских на свои, чтобы травм не наносить больших. Вот, у нас шлемы боксерские. Ну и на свои приемы еще, которые Илья Муромец бился. В этот раз золото взяла команда краснодарского бойцовского клуба «Кузня». Второе место досталось курганинскому спортивному клубу «Светогор», а анапчане на третьем месте. В их копилке 6 золотых медалей.